Канобу.ру представляет. Чтобы нарисовать что-нибудь изумительное, человеку достаточно листа бумаги и заряженного доброй энергией карандаша. Также и с маленькой Insanely Twisted Shadow Planet. 500 мегабайт уместили чудесный враждебный мир. И вместо накачанного героя выдали нам инструмент для исследования — крохотную летающую тарелку. Впереди у нее сплошные неожиданности. Из привычного остались разве что улучшения корабля. По этой же причине и сюжет здесь нужен просто для красоты. Чтобы каждый квадратный метр забавной планеты раскрывался внезапно. Сначала известно лишь о заражении, которое появилось от столкновения квинтэссенции зла и светила. Затем мультфильм словно и не прекращается. Мы, конечно, не художники-профессионалы, но нарисована безумная планета великолепно. Неопознанный летающий объект попадает в одну из многочисленных пещер. В каждой своя, скажем так, среда. В любом случае агрессивная. Растения запускают самонаводящиеся иголки ракеты и даже снежинки норовят обстрелять корабль сосульками. Тем не менее, большинство преград преодолеть несложно, достаточно включить щит и набрать максимальную скорость. Но в Shadow Planet есть и роковые задачки. Например, запуск управляемых ракет в узкие шахты. Нет сомнений, если не первая, то пятая подобная мини-забава выведет вас из себя. Удивительно, как в такой красивой, интересной игре может быть столь досадный просчет. Даже битвы с боссами проходят по определенным правилам, но эти ракеты меняют управление в зависимости от поворота. Еще один недостаток при всей завернутости мира — пустота. В World of Goo есть забавные кругляши, даже смоляной гиш развеселит вас улыбкой. Ну а летающая тарелка может похвастаться хваталкой, сканером и прочими бездушными агрегатами. В таком случае наиболее живыми персонажами выступают гигантские пауки-землекопы и остальные твари, у которых хотя бы есть глаза. Раскрывать для вас даже треть оружия или уровней в идеале нельзя. Впрочем, кое-что в любом случае уже засветилось на видео. Скажем только, что авторы придумали множество способов сочетания разных приспособлений. К некоторым придется найти особый подход. Ну или вообще поискать сами устройства. Несмотря на аркадный вид, общая карта всей планеты настолько огромна, что отбивает желание ее изучать. Поэтому пещеры подаются порциями, а основная цель помечается красным, будто это поможет до нее добраться. Частенько вы проплываете довольно опасное препятствие только для того, чтобы в конце обнаружить дополнительную картинку от дизайнера. К счастью, помимо рисунков и мультиков, в главном меню есть выход на совместную игру. Правда, наши товарищи не очень хорошо понимали, что именно от них требуется. По крайней мере, этот режим можно смело назвать напряженным и слегка похожим на Little Big Planet. Между прочим, Insanely Twisted Shadow Planet тоже состоит из проверенных компонентов. За картинку отвечает талантливый художник. Даже за музыку, как ни странно, отвечает Диму Боргер. В оркестровой версии мелодии похожи то на «Звездные войны», то на тему из «Бэтмена». К тому же над проектом колдовали года этак 4, так что с какой стороны ни посмотри, недоделка его не назовешь. И мы абсолютно уверены, что Insanely Twisted Shadow Planet понравится любителям старых и непростых игр. Да, как дельфин Эко. Только у него не было ракет, которые нужно просунуть в маленькую дырку. Поэтому некоторым фанатам красивых забав придется, наверное, туговато.